С 11 января вводится паспорт гражданина Украины в виде пластиковой карточки. В европейских государствах этот документ называют ID-карта. Об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк. Цитата. «Мы распределили закупленное оборудование, а это около 800 рабочих станций, равномерно по всей территории, чтобы граждане не имели неудобств при оформлении документа». Конец цитаты.